65 kilogram, having a personal record of 8 wins, 4 by knockout, and just 1 loss. World SRFA Champion 2016. Ladies and gentlemen, make some noise for Никита Шуровешти! Причем, насколько я понимаю, вот справа как раз стоит Альберто Мирджанян. Тот самый, который должен был боксировать сейчас. Не знаю, почему. What's in my team? No elbow, no clinch. K1 rolls. Okay, good luck. Последние указания розданы. Давайте смотреть. Еще раз напоминаем, что счет матчевой встречи 3-2 в нашу пользу. Да, 3-2 в нашу пользу. Таким образом, Люк Ильянг сейчас может или вырвать ничью, или же Никита Саровешкин принесет нам победу. Точнее, закрепит ее. С лоу-киков начали. Неплохо. Тут же поднимает голову Никита. Жесткий удар по туловищу и колено. Посмотрите, какой настрой у Люка Ильянга. Фактически Люк Ханг, да, из Mortal Kombat. Сейчас посмотрим, будет ли в драконе превращаться. Да, Бэттист исполняет нашего спортсмена, но лишь задевает макушку головы китайского. Слушай, а в бедро-то попал сильно, по-моему, Никите. Он, да, так бедром. Да, смотри. Да, по-моему, прострелил бедро с первого удара практически Люк Ильянг Никите Суровешкину. Не хотелось бы так думать, ни в коем случае, потому что пробитое бедро в начале боя, это, ну, никому не пожелает. Причем оно же будет только сукупляться. Конечно, конечно. Очень плотно, посмотрите, какие плотные удары. Вот, наконец-то, китайские бойцы делают то, что от них мы ожидаем, да? Вот мощные ноги. Сам, кстати, Люк Ильянг ноги свои не отдает. А вот Никита Суровешкин... И он выцеливает лоу-кик. Обратите внимание, он бьет все время в одно и то же место. И мы видим, что обрабатывает корпус регулярно оппонента Люк Ильянг довольно жестко. Но вот, и мне кажется, что все вот эти техники, они лишь готовят атаку с помощью лоу-кика. Весь зал услышал эти удары. Очень плотные, очень жесткие. Не знаю уж, насколько больно было сейчас Никите Суровешкину, при случае спрошу. Но визуально удары выглядят очень жесткими. И по печени такой, коротенько, да, но все равно достает прям под руку. А Люк Ильянг. Боковой, левый боковой сейчас. Стоп! В тайской манере сердячный бедра. Да. Удивительно, клуб «Варяг» все-таки. Вот сейчас связка хорошая была. Исполнение Люк Ильянга по защите и подготовил опять лоу-кик. И посмотрите, левое бедро Никиты попался опять по корпусу. Колено опять в прыжке с амплитудой в исполнении. Никита Суровешкина. О, фронт-кик неплохо. Неплохо. Отлагается. Жесткий удар потом. Они потом скажутся, эти удары, обязательно, когда бой перейдет во второй и в третий раунд. Прыжки. О, попадает на выходе из клинча. Жестко, китайский боец. Причем не просто был клинч, а удар в прыжке. В полете пытался сразиться. Бойца. Посмотри, да, через защиту даже болтает Никита от этих ударов. Очень мощно катается, конечно. Жесткие у него удары. И после гонга. Вот это делать совершенно не нужно. Это не красит бойца. Ну, здесь уже, наверное, будем говорить, что все-таки комбинация была в динамике, да. Не хочется отменять никого в подлоге. Ну, да ладно, не попал и боксинг. А продолжается у нас перерыв. Никита Суровешкин встретил очень жестокое и жесткое сопротивление со стороны Люка Ильянга. Нацелен, заряжен на удар. Представитель Поднебесной жестко пробивает, причем через защиту даже иногда болтает Никиту. Поэтому, конечно, пропускать такие удары, ого-го. The dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night.
что подают попадания и со стороны Никиты, и со стороны китайского спортсмена. Но кончается все на камбасе. В тайской манере после клинча был бросок. Но у нас бросок не оценивается. Продолжает теснить нашего спортсмена Лю Килиянку. Попадает левый сбоку. Здорово. Никита Суровешкин. Сталкивает, сбивает нашего бойца мощным фронткиком Лю Килиянка и пытается зацепом уже перевести на канвас Парса. Практически было бэкфист Суровешкина. И целых три удара подряд. Левый сбоку. Китаец просто стоял и ждал, пока Никита будет засаживать ему эти три боковых удара. Китайские болельщики опять активизировались. Попадает в клинчи правый сбоку Лю Килиянк. Здорово. И опять с переводом, посмотрите. По-моему, пробивать правой ногой по туловищу очень самое опасное вообще, потому что там локоть всегда. Да, натыкаешься на локоть, отбиваешь собственную ногу и до цели, в общем-то, не достигаешь. Хорошо обменялись, здорово. И еще левый снизу в исполнении Никиты Суровешкина. Серия ударов ногой. Чисто в тайской манере опять так оттягивает голову соперника Никиты Суровешкина для нанесения удара коленом. Два удара сдвоенной правой ногой по туловищу. И обрати внимание, голову обрабатывает Никита. Тоже в тайской манере. Да. Своеобразными техниками загибает голову и вот так выворачивает под удар коленом. Обменялись сейчас на ближней дистанции. Опять колено в туловище в исполнении Никиты Суровешкина. Поднаялись бойцы, поэтому темп поединка немножечко упал. Ну, как вот очень медленно, прямо по шагам, да, по разделению сейчас. По туловищу, по печени Никиты Суровешкина. И вот так опять сталкивает соперника. Представитель клуба «Варяг» все. Красавчик Никита. Брат, комбинируй руки, ноги. Перед третьим, конечно, немножечко тревожно, потому что Никита Суровешкин порядком бензин потратил уже. Ну и китайский ответ также не выглядит супер свежим. Еще раз нам показывают эпизод с несколькими подряд боковыми слева. И вот мы видим очень четкий боковой исполнение китайца. И еще один на выходе. Продолжаем наблюдать. Никита Суровешкин против Ли Килиянга. Отличная двойка. Бэкфист. Но опять-таки вот миллиметра не хватает. Бэкфист задевает макушку головы китайского бойца. Да, куда-то вверх все время бьет Никита Суровешкин. Ну да ладно. Встретил неплохо. Размен ударами сейчас произошел. И вновь в тайской манере готовит удар коленом Никита. Удар-то доходит до цели. Другое дело, что какой ущерб они приносят. Да, ну и мы видим, что рефери обращает внимание на то, что тайский клинч запрещен. Да, захват должен быть немножечко иной. Колено по туловищу здорово зашло. Чистое у Никиты Суровешкина. Два удара ногами. Тут же в клинче пробивает метко Лю Килиянг.
сбоку проходит регулярно у Никитаса Равешкина, и колено в прыжке тут же подловил соперника в прямом смысле Лукьян, приземлил. Хайкик не проходит у китайца. О, после команды долбанул сейчас Никитаса Равешкина прям откровенно. Фронт-кик в голову, и продолжение было отличное. Мне кажется, что вот Никита сейчас берет количество. Он больше выбрасывает ударов, и, соответственно, больше ударов достигает цели. Я надеюсь, Бэкфист, но на этот раз плечо. Никак не может Никита поймать этот прицел точно. То выше, то ниже. Пропустил сейчас два удара. Достаточно ощутимо Никита Суровешкин. Чуть больше минуты до завершения поединка. Очень упорный бой. Правый прямой заходит у Никиты Суровешкина. Сейчас такой акцентированный китайцы из клинча. И практически сразу же после команды Рюфери разряжается двойкой, которая цель достигает. Ну, кстати, регулярно зевает этот момент на выходе из клинча Люк Ильян, когда делают шаг назад. И бой уже продолжается, да, бой продолжается, никто поединок не останавливал, надо бить. Никита Суровешкин этот момент хорошо использует. Но надо отметить и крепость головы Люки Лианги, который много ударов уже получил по ходу сегодняшнего. А теперь уже туда, куда надо, да, теперь попал. Требует от Никиты Суровешкина. Он добавил, а он добавил сейчас левый боковой, правда, при этом пару смазанных ударов пропустил. Ой, пропустил еще раз. Сам отвечает, выглядит совершенно уставшим. Но не останавливается, продолжает отвечать на последний. Смотри, что происходит, какой обмен. Замечательная концовка, настоящую драку нам дарят спортсмены. Оба пропускали, оба попадали, так что... Но сейчас я, Ром, соглашусь, что у людей будет сложная работа. Чтобы определить, кто же был точнее, кто забрал эту концовку, кто же выиграет по итогам трех раундов. Ну, не знаю, наверное, для русско-китайской дружбы должен выиграть Виталий Поднебесный, чтобы была ничья. Ну, а мы, конечно, все голосуем за победу Никиты Суровешкина и за счет 4-2. Вообще странно. Матчевая встреча и 6 поединков, да? Логично было бы сделать 5, и, соответственно, там счет по-любому был бы 3-2. Чью-то пользу, или 4-1. Да, 5-5 счет быть бы не мог. Да, или 5-0, там, или... Ну, вот какой-то такой, но уж никак не 3-3. Вот мы видим, наконец-то проходит Бэкфист в исполнении Никиты, причем делает он его, ну, условно скажем, в длинную сторону. Здорово, коленом ударил. Голову так немножечко зацепил подбородок своего соперника. Если бы четко акцентированно попал, то вообще не исключено, что был бы еще один нокаут. Но не попал, а не попал. Давайте же услышим судейский вердикт. And now, the referees. Yes. Ничья, Роман. Ladies and gentlemen, the winner is for the Y corner. Никита Суровешкин. Мне кажется, справедливо. Забудем, что Никита Суровешкин вышел на замену в этом поединке и провел очень достойный бой. Закрепил преимущество сборной команды России. Таким образом, в этом противостоянии между российским и китайским победа на нашей стороне. Ура, товарищи!